Историческое прошлое Анапы уходит своими корнями в глубокую древность. Первыми на этой земле обосновалось так называемое племя синдов. Анапскую крепость захватывал Тамерлан, а во времена русско-турецкой войны город сыграл значительную роль в обороне российских берегов. Лишь недавно все эти сведения можно было почерпнуть лишь из интернета или посетив музей. Однако сегодня, благодаря инициативе анапской администрации, каждый желающий может вживую ознакомиться с культурно-историческим наследием города, причем сделать это совершенно бесплатно. Поэтому в эти земли стали приходить иностранные корабли. Поскольку у нас в истории человечества одна цивилизация сменяла другую, 3000 лет назад, 2700 лет, вернее, греки, Древняя Греция, становится самым разным государством в этот период. Теперь наравне с крупными городами, такими как Москва и Санкт-Петербург, в Анапе тоже есть своя обзорная экскурсия. Жителям и гостям города расскажут о героическом прошлом Анапы, ее памятных датах, первых поселенцах, виноделии, интересных фактах. Экскурсовод Наталья уверена, что такого рода инициатива должна существенно повысить культурный статус города-курорта. Дело в том, что немногие местные жители, в общем-то, знают хорошо нашу историю, а отдыхающие, которые приезжают в летний сезон, задают много вопросов тем, у кого снимают жилье, живут в гостиницах, но не всегда местные жители могут ответить. Поэтому всегда посещают экскурсии, обращаются к нам, интересуются, поскольку много странных названий для них незнакомых. Экскурсии планируется проводить на регулярной основе. Особенно они будут актуальны в летний период, когда количество гостей Анапы особенно велико. Руслан Немцев, Михаил Попов, Анапа регион.